Человек? Человеческий детеныш? Человек? Никогда не видала. Он же совсем голый. Отдайте мою добычу. Человеческий детеныш наш. Ты что, не понимаешь? Это говорю я, Шарахан. А это я, Ракша-сатана, говорю тебе. Детеныш мой и только мой. А теперь уходи вон, пока цел. Посмотрим. Что скажет стая на скале совета? Что еще скажут джунгли? Каков человеческий детеныш. Ну, мог ли когда-нибудь волк похвастать, что у него в семье человек? Я слышал что-то в этом роде. А Шерхан прав. Его надо показать совету. Лежи ты смирно, лягушонок. Ой, лягушонок. Маугли. Я буду звать тебя Маугли. 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 Да, ну что скажет стая? Человек! Ну и что?
Как что? Позор джунглям! Что за я болтаешь? Человек? Это интересно. А откуда же он взялся? Это добыча Шерхана. Как? Этот убийца опять охотится за человеком? Дикобраз. Кто правильно возьмет след и первым найдет Саи? Волки приняли свою силу в человека! Приняли человека! Я говорил найти Саги, а не хватать. Вот не дослушаете никогда. Сколько раз говорить надо? Волки человека! Волки! Вы свободный народ! Но одна ваша семья приучила человека! Позор! Позор джунглям! Человек стая! Тише! Тише! Вот я и говорю позор. Разве так можно? Что же теперь будет? Человека среди нас! Хватит, успокойтесь! Как скажет совет стаи, так и будет. Идут!
мою. Хорошенько смотрите, волки. А что, хорошие охотники? Человек, я против человека. Да, добрые будут охотники, но человек должен уйти в свою стаю. Кто скажет в защиту человека? Кто еще скажет о детеныше? Это моя добыча. Отдайте! Кто подаст голос за детеныша? Убит, он останется в живых. Пусть это моя последняя битва, но он будет жить. Человек, детеныш, Маугли, я заступлюсь за детеныша. Он принесет пользу стае. Я сам займусь его воспитанием. Это моя добыча. Кто кроме Балу? Отдайте. Акела. И ты, свободное племя. Закон джунглей гласит... Каждый сам за себя! Вот закон джунглей! Каждый сам за себя! Правильно! Верно! Тише! Тише! Вы что, людоеды? Только Шерхан на его прихвости шакал способны на это. Да-да. Правильно. Закон джунглей гласит, что жизнь детеныша может быть выкуплена. Говори. А к словам я добавляю быка. Верно. По закону. Правильно. Только что убитого мною. Что скажете, волки? Что за беда? Пусть бегает. А все равно солнце сожжет его. Он умрет от зимних дождей. Где бык-то? Багира. Там. На излучине. Я только на минуточку посмотрю, куда это они пошли. Пусть Маугли бегает в стае. Воспитай его, отец. Ну ладно.
Все равно от меня не уйдешь. Реви себе, реви. Придет время, и он еще потаскает тебя за усы. Или я плохо знаю людей.